Несмотря на то, что дети сейчас на каникулах, школы продолжают работать. Где-то открыты лагеря дневного пребывания и пришкольные площадки, где-то начались ремонты. До начала нового учебного года надо успеть многое сделать. В школах Славянского района ведется подготовка к новому учебному году. Будут проведены как капитальные, так и косметические ремонты. Глава района Роман Синеговский в рамках выездной строительной планерки побывал в нескольких образовательных учреждениях. В первом лицее проводится ремонт школьного стадиона. Здесь будет заменено пришедшее в негодность покрытие на беговых дорожках. Под него сделают прочное основание, а также отремонтируют систему водоотведения. Работы идут по графику. За всем следим, следим. Сейчас время... Вовремя вошли сюда, все получается. Поэтому время есть. Соблюдайте технологии, все. По поручению главы района также будет приведена в порядок баскетбольная площадка на территории школы. Поврежденные секции заменят, а всю конструкцию покрасят, чтобы к 1 сентября и стадион, и площадка были готовы к проведению занятий. В школах района продолжается модернизация пищеблоков. В прошлом году были приведены в соответствие пищеблоки 4 сельских школ. В этом году будут сделаны еще 3. В школе номер 10 поселка Голубая Нива строители полностью демонтировали старое оборудование и приступили к перепланировке помещения и замене коммуникации. Такой же капитальный ремонт проводится в 21-й школе хутора Ханьков и в 19-й школе хутора Коржевский. По окончанию работ пищеблоки будут соответствовать всем санитарным нормам. Они станут красивыми, удобными и функциональными. По срокам успеете? Конечно. Так, вопросов к моим технадзорам нет, я имею в виду со стороны нет, заказчика. То есть никаких вопросов нет, полное взаимопонимание. Модернизация пищеблоков проводится благодаря участию муниципалитета в государственной программе развития образования и поддержки губернатора. На переоснащение школьных столовых из краевого и местного бюджетов выделено более 60 миллионов рублей.